Друзья, доброго здравия! Хочу познакомить вас с еще одной книгой нашего издательства «Северная сказка». Книга, которая называется «Игры, в которые играют боги». Для кого эта книга? Мы называем это книги сказок, но это не книга для исключительно для детей. Дело в том, что книги Ольги Баяновой, сказочные книги Ольги Баяновой, это, конечно, прежде всего авторское видение легенд о славянских богах и о славянских богинях. Эту книгу читают самые маленькие. Нам даже написали, что шестилетняя девочка сказала, что она будет читать эту книгу сама. Эту книгу читают взрослые люди. И я вам скажу так. Книги Ольги Баяновой, они настолько многоплановые, настолько глубоки, что каждый сможет найти в нем, в этом мире, в мире наших далеких предков, в сказочном мире далеких предков, те уровни, те глубины, которые нужны вам для осознания сегодняшней жизни. Это удивительное свойство книг Ольги Баяновой. И я хотела бы, чтобы вы прочитали эту прекрасно изданную книгу «Игры, в которые играют боги» и получили пищу для ума и для души.